Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Варнавы, Ефрема, Варфоломея. Мир, благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мир о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память апостола Варфоломея, родом из Каны Галилейской, из числа 12 апостолов Христовых. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Святому апостолу Филиппу сопутствовала сестра Дева Мариамна. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей и напастей. Их побивали камнями, заключали в темнице. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь подтверждали многими знамениями. В Иераполе жил человек по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва о том разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стеклось множество народа. Больные, бесноватые, освобождались от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать ее. Дева Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город. Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась. Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению, страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полемия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасение душ человеческих. Тогда Полемий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными приняли крещение. Их примеру последовали жители 10 городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиак схватил апостола в городе Альбани, ныне город Баку, и распял вниз головой. Но он из креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда по приказу Астиага содрали с апостола кожу и отсекли главу. Верующие положили в останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 городом завладели персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигали враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силой Божией рака чудесно приплыла к острову Лепару. В IX веке после взятия острова арабами святые мощи были перенесены в неаполитанский город Беневент, а в X часть их перенесена в Рим. О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии Иосифа Песнописца. Получив от одного человека часть мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием составить в честь святого хвалебные песнопения и усердно молил Бога даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал Иосифа, взял с престола Святой Евангелие, возложил ему на грудь со словами: «Да благословит тебе Господь песнопения твои, да усладят вселенную». С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти многих других святых,
составив около 300 канонов. Святители Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский и некоторые другие учители церкви считают апостола Варфоломея за одно лицо с Нафанаилом. Сегодня в нашей стране светский праздник – День изобретателя и рационализатора. Слава Богу, что есть люди, у которых голова работает не только в направлении жизнеобеспечения своего благополучия, а человек не может успокоиться, пока что-то такое не сообразит, не рационализирует и изобретет. И даже специальный день ради таких удивительных людей государство положило в своем календаре светском, ну, чтобы как-то отметить. Ну, потому что очень многие труды, они облегчаются благодаря тем или иным изобретениям. Высвобождаются силы, энергия для других трудов и свершений. Так и в церкви всегда важны и необходимы люди, которые бы освобождали священника от хлопот внешних по организации строительства, по социальной деятельности прихода, просветительской, миссионерской. Ну, потому что главное служение пастыря – это молитва. И священник, собственно, для того и стал священником, чтобы совершать богослужение. Потому что кроме него никто не может это совершить. Ну и каждый он в своей жизни должен заниматься своим делом, своим призванием. И если человека призвали на священнослужение, то, конечно, он не должен быть ни завхозом, ни администратором, ни управленцем, ни менеджером, а должен быть душепопечителем. Главная его забота – о спасении душ, веренной ему паствы. Если священник этим занимается, то люди, они всегда это чувствуют. Потому что каждый человек, он ищет духовной поддержки, духовного пути, указания, заботы. Потому что все остальные, ну, какие-то блага, помощь, организацию можно найти вне церкви. А благодать Духа Святаго, науку о молитве, о борьбе со страстями, аскетику, человек может изучать только внутри церкви. Изучать не теоретически, а живя духовной жизнью. А для этого всегда необходим пример. Пример человека, любящего богослужение, любящего молиться, человека, живущего церковной жизнью. И в этом призвание всякого пастыря. Быть пастырем, вести за собой паству. Очень важная, необходимая черта – это любить молиться. У нас не так давно в сестричестве образовалась, ну, такая добрая традиция. Сестры начали совместно читать псалтирь. Потому что эта удивительная книга, она в себе скрывает такое огромное количество мудрости духовной, житейской. Потому что многие поговорки, пословицы, народная мудрость, она взята из псалтири. Тайны Царствия Божьего сокрыты в этой книге. Это учебник молитвы, который позволяет при правильном отношении, при внимательной собранности, сосредоточенности учиться собирать ум в слова молитвы. Вот сестры раз в неделю, в пятницу вечером собираются, ну, всего лишь на час, прочитать одну кафизму,
и затем с толковой псалтирию попытаться разобрать один-два псалма. И то впечатление, которое они переживают, ну, правда, многие жалуются, что ничего не понимают в псалтире. Но вот потратить час времени в неделю в течение, например, года, и многие псалмы станут понятны. Значит, ты их молитвенно сможешь пережить гораздо глубже. И от этого получишь вот такую духовную пользу, потому что это учебник молитвы. Научишься читать псалтирь, и многие блага духовные будут тебе открыты. Ведь это ж нужно начинать делать. Любить богослужение. И если священник будет выполнять свои обязанности непосредственно, совершать богослужение, то Господь обязательно ему дарует и помощников в детской воскресной школе, и помощников по хозяйству, и организаторов служения милосердия, и прочие-прочие вещи, которые могут выполнять миряне, и которые должны обязательно выполнять. Потому что церковь — это не только церковно-священное начало. Церковь — это каждый крещенный человек. И каждый, он и на своем непосредственно рабочем месте должен быть христианином, и какую-то посильную жертву должен отдавать своему приходу. Не только материальную. Здесь речь не о десятине, хотя это важная заповедь Божья. Мы, наверное, поговорим в одной из ближайших передач о десятине. Но и жертва временем. Пару часов в неделю каждый ведь может посвятить своему приходу и спланировать так, чтобы потрудиться или на благоустройстве территории, или на чистоте храма, или с детишками, или с подростками. И если каждый будет осознавать свою ответственность за свой приход, вот есть небольшой приход из 100 прихожан, и вот каждый по 2 часа в неделю, это 200 человека часов, если можно так сказать. Это какая огромная помощь приходу, сколько можно добрых дел сделать за это время, если прихожане будут неравнодушны к своему храму и будут любить приход, будут поддерживать своего пастыря. Ну, а батюшка еще усерднее будет за них молиться в благодарность за их отзывчивость. И помогай нам всем, Господь.